Этот удар молотка, да? За 10 секунд. Да, тяжело было. Он почувствовал удар по печени, там был тоже. Он говорит всем, что давайте громче, громче. Это на меня... Круто, да, без понтов каких-то лишних. Просто вот такой, знаете, вот улыбается. Дженаро Родри... Редко. Боксер пощупает друг джеба. Ну, боюсь. Зато плотность, зато... Очень сосредоточен. Ну, одну... Ну, аккуратно боксер пока боксирует, все правильно, но вот я... На удар. В первом бою... А вот и нокдаун, друзья. Риус уже смотрелся не так убедительно. То есть мы можем... чего стоит от него ожидать? Этот раунд затрелял. Сильнейшая рука была в действии. Провел Мэнни Пакьяо, впервые, чтобы он больше уходил. Ну, плюс весов выросит в такой лонгеровой. Разница в возрасте, Пакьяо остается таким же быстрым. Многие руки поближе к голове. Он понимает, что Пакьяо войти в ближний бой и там провести свои атаки. Пакьяо, мы знаем, что у Пакьяо с выносливостью все нормально. Что... Раундом, он перед этим дает хороший раунд, казалось бы, забрал бой свой. Ну, бой продолжается в том же ключе. После удара по корпусу перевел на голову. Риос почувствовал эти удары. Ну, что значит опыт? Этот удар молотка, да? За 10 секунд. Да, тяжело было. Он почувствовал удар по печени там был тоже. Вот так. И так бой продолжается. А вот Риос вошел в свою дистанцию. Пробился, но он очень хорошо умеет работать по сторонам. Вот обратить внимание. Прилинга, вот. Как раз это преимущество. Он прорывает атаку в сторону. На секунду не остается, да, после окончания своего главного оружия. Ну, хороший раунд очень. Ближний бой — это дистанция Риоса. Снова пропускает. Очередной раз пропускает Пакьяо. Приступит к конкретным действиям, к рубке. Риос все равно намерен наращивать темп. И тут не удал. Так, пятый раунд. Даже когда они в клинче, он вот до команды. О, ой, какой отлично попадает. Еще раз. Это несомненно. Но еще полраунда. Декат. Надо искать победу Пакьяо. Куражен пока еще. Ох, смотрите, какой подхват со стороны Пакьяо, где ищет победу. Это очевидно сейчас. В общем-то, пока вполне конкурентны. Этот раунд боксер... Ох, хороший. Пакьяо выглядит хозяином. Уже стал разбирать. Отличная атака, очередь. Пакьяо уходит в сторону, попадает по печени. И снова, посмотрите, но он уже начинает хозяйничать. Зачем он остановился, посмотрел на рефери, я не понял. Еще один удар. Хорошо, дается. Хорошо, да. Это он умеет. Как говорится, встал. Встал на ляме. Рассечение появилось у Риоса. На том он сдувается. Левое вето раз и пропустил. Да. Хозяинчил в ринге, вел. А как сделать? Это сложно вообще для Риоса. Он постоянно под углами уходит. Бой начинает быть похожим на бой. Боксер идет по прямой назад, он продолжает оставаться. В итоге он остался на ногах Маргарита, но ну, ничего не может Риос. Который поставил спорт вблизи, он лучше отрабатывает, нежели Риос. Еще одно попадание здесь. Внезапно. Все... Вот она. У Риоса. Единственное, на что можно надеяться. Вот он был, и уже его нет. А просто Риос уже, просто... как-то небрежно все это на себя принимает. Ну, превосходство было у них. Ставка в пользу. На повторах видно, как вот великолепный это шанс. Так опрометчиво не пойдет, не раскроется. Совершенно ни к чему.
немножко взял паузу, потерял штифирем, думаю, да Трамп отдает рельсы. Он не столько отдает, знаете, сейчас как технично, держит руку зажа, рефери не видит. В пользу Пакьяо. И значит, Трамп вот здесь, казалось бы, более в комфортных для себя условиях, он Пакьяо сейчас. Бился сегодня или нет? Такое противоядие, так скорость у него есть. Повесь рукой между перчаток рельса проходит кулак. Но... Да, тут сейчас все выглядит так, что все... О, в наших боях он выживал, выигрывал. Пропускает справа Пакьяо. Панчер всегда имеет шанс. Быть, вы знаете, может, какие-то, вот может, парочки третьи, в третьем раунде могли дать им панч. Да, там, да. Он прелся. Риос не может разогнать руки, чтобы жестко принять удар на себя, резко ответить. Посмотрим, насколько это раунды. Просто поздравляйся. А ведь сильнейший рук. В таких паузах. Вот как сейчас, от неожиданного. Риосу надо готовить свои атаки. После двух поражений, как не в Чипакьяо. Ждет, как только левая рука Риос опускается, если тут же выбрать. С кем? Все, конечно, ждут бой Пакьяо. Который стал бы вообще украшение. Поднялся со своего места на Риос. Пакьяо таит убил. Вообще остановился. Смотрите, какие... Готовит атаку, готовится. Пакьяо уже как будто просто решает. Так же ему наполучилось, как бы... Накал. Очередная... Как успел набрать, да, вот эти кондиции? Филиппинец. И не скажешь, что он тяжелейший накал, как двигается. Жестко попадает со стороны этот боксера. Ну, тут больше вот такая... Мартинеса. Раунд. Ну, все вместе. И боковой в его исполнении, боковой, да? В замедленном пахом. Как рельс устоял, я буду еще очень функционально быть таким раком. Да, стоп. На волне уже Пакьяо дорабатывает этот бой. Вот так, мотается. Пакьяо, может быть, еще готовится. Заработает свои 4 миллиона долларов. Попадание, кстати, уходит назад. Пакьяо, я сверяю, но не Пакьяо, вы выиграл всем. Манфред Кучно скорит 118. Но на данный момент очень нужный для Мэнни пояс.